Приветствую всех на моем канале. Вот хотел вам сегодня показать еще одно интересное лекарственное растение с такими вот прекрасными голубыми цветочками. И как вы думаете, как называется это растение? Перед вами герань луговая, семейство гераниевые. Ну, многие из нас, скажем так, у себя дома выращивают герань. Каких только окрасок не бывает у герани в соцветии. Но это лекарственное растение. Растет оно и в лугах, и в полях, и даже вот тут вот, так скажем, в городской черте. Чем привлекательно это растение? Лекарственные свойства этого растения очень разнообразны. Это она применяется как антибактериальное, кровоостанавливающее, дезинфицирующее, вяжущее средство. Вот посмотрите, на обочине дороги, что мы с вами видим. Ну вот она, герань луговая. Так что, ну, стоит только присмотреться. Рядом с вами растут зеленые помощники. Отдельно хотелось бы отметить способность этого растения, герань луговая, растворять камни в почках. Вот так заболели у вас почки, пришли вы к доктору, а он вам выписал лекарств рублей на 700. А в аннотации вы посмотрели, что эти импортные зарубежные лекарства состоят в основном из растительного сырья. А быть может, не стоит платить такие большие деньги, а посмотреть на те зеленые, на тех зеленых помощников, которые растут рядом с нами. Итак, напомню, герань луговая. Спасибо всем, кто смотрел это видео. До следующего видео. До свидания.